Я посмотрим. Сейчас посмотрим. Ксинга на мид чат. Ну, он мне, смотрите, ультит, а хп как бы не особо отбавляется. Все, тихо, я сосредоточен максимально. Не тролль пикал уже миллион лет. Не даблкил, мне не отдали даблкил. Я там столько накидал. А перед началом видео не забудь поставить лайк и подписаться. Это очень сильно поможет в развитии моего канала. И также не забывай приходить на стримы, которые проходят практически каждый день. Буду тебя ждать. На максимум команду игнорить, чтобы они мне весь мозг сделали еще, начиная с этого, с лобби. Ну танчи, ты же джанглер, а не я. Я мидер. Я посмотрим. Сейчас посмотрим. Ксинга на мид чат. Ну, можете все дружно Кеше передать привет за тролль пик. В смысле кому? Так всем это надо, Макс. Тем, кто играет, всем это надо, бро. Сейчас посмотрим. Сейчас я такой дэмэдж соберу. Через сколько хантец? Не знаю сейчас, как в смайт наиграюсь. Я вчера очень быстро наигрался. Ты хочешь хант посмотреть, Флигеточ? Капец, я буду рад, если вы останетесь на ханте. Обычно смайтеры не остаются на ханте. Там лотерея, которая в два... Да блин, Макс, до смайта два еще год. Смотря в каком городе он, говорят, проседает. Фу, ну все, можете не обсуждать Dragon's Dogma, пожалуйста. Я весь, все утро думаю о том, чтобы купить ее. Это все, не надо, давайте смайт обсудим. 5к за игру отдавать, вы же с ума сошли. Как бы до смайта 2 еще год, а то и больше. Как бы до полноценного релиза. Ребята-то сейчас играют. 5к это немного. Я вчера всего 5к заработал. Ну 6, ладно. А, да, нифига себе. Это прикольно. Я не знал, что у тебя хант мейн игра. Ну вот, на догму хватает. Так, я вчера и так просерил 3500 на донаты. Ну чё, maybe... Maybe? Всё, тихо, я сосредоточен максимально. Я не тролль пикал уже миллион лет. Я бы не стал брать догму за 5к. Дороговато, как по мне, слишком высок ценник за такую... Ну, типа да, согласен. Как будто бы слишком высокий ценник. Как я сейчас закуплюсь геймчиками? Ты загугли правильно, как сделать. Но проблем с этим нету. За 20 минут мне все организовали. Не знаю. Вот лучше геймчиками закупитесь. А то вы мне что-то последние дни опять много донатили. Лучше геймами закупитесь по возможности. Пока скидки идут. Я бы взял бы еще пару паков на 8к гемов, наверное. Но это нужно, сколько, 1005 рублей еще вкинуть. Животное, блядь. Животное на Алекс. Так, мне нужен хп реген, мана и колдеон, чат. И колдеон. Подарите стримеру догму. Не надо ничего дарить. Отстаньте, вы и так мне надарили. У меня теперь глаза разбегаются. Я вообще не понимаю, что делать.
Я уже подумал о том, что я куплю Догму и вот эту неделю, где буду подрубать разные стримы, поиграть в Догму. Но нет, нет. Все, нельзя, слишком дорого. И игры слишком дорогое удовольствие. Ты мне вон Last Fate подарил, вы мне Dark Souls подарили, их ждете, отстаньте. Это не мидер, это за 1000 рублей донатов. Ты что мне закажешь? Да 200 гривен как-то жирно. Ну вот же ж, вот. Так, Флигит, я не понял. Ты только что сказал, что у тебя мейн игра сейчас Хант, и при этом говоришь, сейчас закуплюсь гемами. Не понял. Единственное, что прикольно играть на Ксентяне, я вообще не боюсь Тора там. Я понимаю, что он меня раздамажит знатно, если захочет, но как будто бы не страшно. Как будто бы я танк все равно, и как бы... Ну, Сберсал меня точно не убьет за одну секунду. У Вафли вообще игра 65к, 65к. 2000 гривен, это где-то 5000 рублей. Какие 6500? Или курс опять поменялся? Блин, как будто бы хочу гангнуть кого-нибудь. Ну, он мне, смотрите, ультит, а хп как бы не особо отбавляется. Мы еще и хпшечку сейчас возьмем. Каковы шансы вообще на победу, чат, будучи ксингом? У вас 6500 тоже стоит? А, у нас она вообще около 8к стоит. Это через платеру каким-то образом они ее так отдают недорого. Не знаю, с какого региона ключи. 1 к 1 миллиарду, думаешь? Хе-хе-хе. Извиняюсь. Тор взлетел? Нет. Та-та-та-тара. Как будто бы хочу пророчески все равно. Конечно, все понимаю, но как будто бы хочу пророчески. Не, нету такой инфы. По смайту 2 инфы нету. Это рейтинг, да. Форти сейчас Таиланд продавцы. А что, там тоже нормальный ценник, да, стал? Мне Листатыч сегодня скин подарил. Без псих. Fortnite, в смысле. Ну я к тому, что сейчас ценник не совсем адекватный. Это нормальный ценник, наверное. Тихо, тихо, пан, тихо, мужики, тихо, ёб твою мать. Я думал, мне хватит рейнджа. Здорово, Евгений. Ассортимент Тихан появился, конечно, все для вас. Надеюсь, вам это приносит удовольствие. Я не умею экономить, конечно. Только на стримах не было, залетела и сразу пятихатку мне задонатила. Надо экономить в таких вещах. Поначалу. Надо отдавать, а то я умру.
Ну, конечно, странная команда у меня, ну ладно. 52к за 4000? Серьезно? Что? 52 тысячи вебаксов за 4000 рублей? Да ну, такого быть не может. Блять, хочется везде задонатить. И Dragon's Dogma купить вторую, поиграть. И задонатить V-Bucks. И задонатить геймов еще на будущие ивенты, как бы хотя бы 8к. Метеорит дает опыт, золото и баф в посох Идры, который дамажит до 5 целей и может тавроки хилить. Не покупает эту догму за такую скотскую цену. Ладно. Спасибо за подписку на арте. Спасибо за фоллоу, добро пожаловать. Спасибо, что на YouTube подписываетесь. Надо же было в ульт прыгнуть. Там Тор был, да? Или мне показалось? Мне не показалось. Права на кнопки нажимает или просто рядом бегает? Не могу разобрать. Здорово, Алексей, хорошего стрима, спасибо. Подскажи, где купить гем по дешевке? Фанпэй. На фанпэй. Но я не хочу рекламить вам фанпэй, господи. Вы сейчас купите, что-то не так сделаете, а потом: фу, ты чё, с камер. Я на свой страх и риск купил, мужики. На свой страх и риск. Все, ладно, все, ладно. Фу, прекращаю думать о Dragon's Dogma, прекращаю думать о донатах. Я, говорит, стримерство зарабатываю, но вы мне не донатите. Ну, я же адекватно смотрю на такие вещи, чё уж. Фу, ты чё с камер? Дюди в жопу, блин, не покупайте. Продаю гемы. Отправь мне скин, сука, подарка. Продает он гемы. Хоть что-то полезное сделай, блядь. Так, ладно, Мулан, видимо, надо мьют кидать. Чел, видимо, сейчас башкой не дружит. Копье и Мердина возьми, будет фулл КД. Ну, Мердина точно надо брать. Я про Мердина так думал, а копье... Ну, не знаю. Мердина точно надо зацепить. Нам главное до лита дожить. Я вам говорю, у меня будет много урона. Я не шучу сейчас. Кильчик чат. Тоже заметили то, что девайт меня покусит? Ну тут репортом, да, попахивает чат. Собака что-то гавкает. Фига.
проблема в Агне. Мне очень тяжело его ловить. Ну сказал же, господи. Ну им вообще все равно. О, хорошо, ассист. О, вкусно. Ладно. Так, кто там? Тут там Суреддрит. Так, ладно, давайте подумаем, подумаем, подумаем. Очень нужна перезарядка. Как будто бы можно еще мантию, да, потом собрать десяточка, двадцаточка и что-нибудь с двадцаточкой, да? А у Мердина десятка тоже, да? Блин, мало, мало. А, ну вот тут у меня еще десятка. Слушайте, ну сейчас попробуем что-нибудь. Какой-нибудь билд попробуем сварганить. Не понимаю, чуваки хотят сурендерить. Вин 4к голд. We have 8 kills. And why you sur? Девять, даже килл. Мы по всем параметрам впереди. Челы хотят сурендерить. Господи, что с этой игрой не так? Что с этой игрой не так? Тор не очень сильный. Почему так думаешь? Там чуваки с него горят вон. Неплохо, кстати, пол хп, хэтыч и нету. Хоть фармить, сука. Давайте, давайте, нам нужен этот баф. Хорош. Это 1200 хп, я могу ультануть, но я улечу на базу тогда. Хотя как быстрый телепорт. Почему бы и нет. Я жду инициации моего саппорта на Мулан. Ну, Йорм ушел. Окей. Почему ушел? Бог его знает. Так, окей, у нас есть Мердин, выформлены уже книга Тота. И крайне медленный фарм плаща почему-то. Мужики. An enemy has been slain. Это же не магаз. Нет. А что фиолетовым говорится? Что за червь? Йормунган.
как отлопал. Да блять, да почему в меня? Подлюка на огне. Окей, окей. Получается 10-20, и вот здесь мы апнем, будет 40. Правильно? Правильно. И тогда мне нужно еще что-то. Что можно взять на деф с кулдауном? Сильное. А, ну так я могу мантию взять, правильно? Сфинкса? Да, хочу попробовать. Раз это фрик пик, значит и фрик билд обязан быть, правильно? Да челы, идите в жопу, блин. Я вас молю, блядь. Вообще это мировой, ну в смысле, его же Йормунган зовут. On my way. Блин, сейчас бы блинк и ворваться, да, жестко. Ты роплер. Даблкил. Не даблкил, мне не отдали даблкил. Я там столько накидал. Засилили. Засилили кильчик. Текс. Точно в левую апаем, да. За килсейвили. Килсейвлю только я в этой игре. Здорово, Кешич. Я твой пик отыгрываю, бро. За вчерашний гигаподгон. Играю на твоем ксентяне в рейтингах. У меня команда, у них жопа сгорела с нулевой просто, еще в лобби. Как же у меня Равана не хочет, чтобы я качался. Вообще не ведет свой баф ко мне. Be careful. О, спасибо. Послушаем сына Кори Тейлора и Слипнота. Спасибо огромное, Тинч. Спасибо за поддержку. 13% на первом уровне. Спасибо, мужички, огромное. Явно же не червь. Червь еще какой? Йормунга тот еще червяк. О, он бежит. Съеден. Здорово, Харбунгер. Харбунгер. Oh,
Но зачем ты стелишь? Я должен киллов понаделать. Сука! Я! Спасибо огромное, спасибо. Спасибо большое, Тинч. Да, новый топ дня, со вчерашнего дня было. Печеньки нет, не купил. Я их куплю завтра, когда сына привезут. Я с ним в магаз пойду и куплю. Как же хорошо чат. Что думаешь о New Amid? Ну, многим в чате нравится New Amid. Я не фанат ее, но она хорошая. Главное не забывать, что ультом нужно не стилить, а даже в какой-то степени инициировать. Они прям пушат. Так, 20, 30, 40. Чат, нужно еще. А, здесь вот есть в пророческом, я забыл. Дэм, у меня 50% кулдауна, чат. Вот это было плохо. Дабл плохо. Я решил пробовать смайт вернуться. Почему нет? Подвеску? Не-не-не, у меня уже 50% кулдауна, бро. Здорово, индивидуум. У меня уже 50%. У меня очень быстро обилки откат. Просто жесть. Ошалеть. Ульта 40 секунд откат, 45. Сколько у тебя сейчас пинг? Показываю. 60 ровно. Ты сука. Как же они не боятся, Ксентяня? Думаю, что я маг. Как син новая мета, скрытая имба? Блять, да. А где урон? Вон, я только что распилил просто анхура. Алло. Может думать, что ты не маг, но они же видели, что я на миду. Так, что возьмем в силу, чат, чтобы нас было много силы. Наконец-то дед троллит начал. Это за 1000 рублей пик. Это чат троллит, это не я. Я бы взял бы что-нибудь на здоровье. Здоровье. Но что-нибудь прикольное, типа небесного посоха. Ладно, пока не будем бэкаться. 2600. Похоже на ролик на YouTube. Возможно, чат. Сейчас нужно резко всем зафоловиться, потому что если катка закончится нашей победой, то это будет нонсенс для рангов. Ну, как по мне. Вот, и это, естественно, должно попасть на YouTube. Нужно резко всем фоловиться, оповещения, донаты и все вот это вот. Ну, поняли, да? Ну, как вы любите, короче. Да я думал Тахути взять, но это будет слишком, наверное. Слишком неоправданно. Кнопка не нажалась. Это, сука, из-за черепахи, сука. Извиняюсь, чат. Ну почему? Ну это из-за подброса, поняли? Такс, такс, надо подумать. Ладно, надо подумать. Блин, может быть посох колдуна собрать? Он же все равно быстро настакается, правильно? Тут и хп, и мана, и сила.
Или скрижаль. Ну, что-нибудь, короче, интересное хочется. Чтобы билд выглядел прям максимально фриково, но при этом была, ну вот, прям ощущала сила. Либо посох, либо камень изоляции. Я думаю, либо небесный, либо камень изоляции, чат. Давай изоляцию возьму. Это крэнк? Да. Один из моих любимых скинов на Аксентяне. Супер шикарный скин. Две 900 хп, чат. Две 900 хп у мага Аксентяня. С 50% КДР. Ну что это такое? 50% откат способностей. Что? Когда-нибудь ты настакаешь плащ. Когда-нибудь. Но мне не дают, видишь, у них контроль. У них еще противная пачка, у них очень много контроля. Вкусники, поехали. Так, мой пассажир. Два моих пассажира. Даблкил. Что? Мужики, мужики, мужики. Отстань, девайт. Молю. Сюда, чё, даблкил. И девайда туда. Сейчас со стилем. Иди сюда. Бой, мы всех убили. Что? Что, Ксентянь 6-2? А девайт меня ругал за тролль-пики. Что? Вы заслужили эту победу. Так возьмите ее. Кешич, ну я думаю, ты будешь доволен своим пиком. Сюда, Ксентянь, видите? Не тролль-пик. Изи джи от Декадив, пишет наша ДК. Ну, ну, дэмэджа, правда, забыли подвести. Но нужно не забывать, что я танк. Я как их Торна дамажил. Но этих мы не берем, фриков. Я как их Торна дамажил, лол. Ну, скрытая имба на мид получается, чат.